Дамы и господа, посмотрите, до чего доводит алкоголизм. Один валяется уже, в принципе, все молодые вроде как. И это причем общественное место, это парк. Один орет, стоит, что-то кулаками машет, махает. Сейчас мы сходим к ним и спросим, как они себя чувствуют. Почему я должен наблюдать это около своего дома, вот этих парков, где детишки бегают? Блин, взрослые для них это пример. И вот так именно и разлагается все общество, потому что с детства вот наши дети, и я не хочу, чтобы мой ребенок видел вот этого ужасного мужика, вот эту засранную абсолютно всю скамейку, все вот это полностью. Ну вот что это за жесть? Нормально себя чувствует этот человек или нет? Здравствуйте, а это ваш друг? Я, а? Это ваш друг? Да, а что хотел? Как вы себя чувствуете, хорошо? А что хотел? К сожалению, распиваете в неположенном месте, в общественном. А мы не распиваем. Я вижу, вы уже распили все. Ну. А, у вас... Активист, да? Да. 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 Я сейчас вызываю полицию, не надо мне, я не хочу вас трогать, вы... А мы же правильно, что? Что? Ну, посмотрите, что вы за собой оставили. Вот просто, это как человек, я видел вас 10 минут назад, где вы здесь сидели все вместе еще. А зачем? Домой проводим. Я понимаю, что вы домой ходите. Ну, посмотрите, вот, ну просто взгляните, что вы после себя оставили. Вот посмотрите, какой парк. Тут прошел ремонт, тут дети ходят, мамы там с детьми. И вот это они должны видеть, как вы здесь бухаете, вот так сидите. Это нормально? Да ничего с ним, он набухался. Как вы считаете, это нормально? Почему у нас общество вот такое вот из-за этого? Вот, что вы скажете? Как вы прокомментируете такие свои действия? Это хорошо? Ничего, я проводил домой и все. Ничего, вы никого не проводите. Я сейчас вызываю полицию и просто вас заберут, потому что вы нарушили 20.20. Ну, не нарушил. Ну, вы, я вижу, вы распили, распиваете в общественном месте. Посмотрите на себя. Вы сейчас себя хорошо чувствуете? Нормально. Не вызывай, братан. А ты... Ну, разве это хорошо? Это нехорошо, я понимаю. Хорошо, он лежит, вообще он не шевелится даже. Ну, он пьяный. Уже готовый. Это не нормально. Так это понятно, что он пьяный, да. Ну зачем? У нас вот дети ходят и сразу с раннего возраста смотрят вот на вас, вот таких людей, которые распивают и здесь сидят. Вы сейчас сидели тут впятером, вот сколько стаканчиков там. И наши дети, вот мой ребенок в будущем, посмотрит на их. Я не хочу, чтобы он так же сидел. Зачем вы себя так ведете? Я не держусь, во-первых. Ну? Вы гордитесь этим или что? Не горжусь. Ты меня вообще не знаешь. Я не... Ну, это... Какая разница, знал бы я вас, не знал бы я вас? Какая разница? Вы уходите? Уходим, все. Всего доброго. Впредь не распивайте, пожалуйста, в общественной...